Дамы и господа, занимайте свои места, потому что нам с вами предстоит увидеть следующий титульный поединок сегодняшнего вечера бокса в весовой категории 63,5 килограмма между украинцем Виктором Постолом и Генри Ланди, Соединенные Штаты Америки. Итак, в ринг я приглашаю рефери следующего поединка Массимо Баравеччи, Италия, который и будет обслуживать в качестве рефери следующий поединок. Итак, в синий угол ринга приглашается наш гость из Соединенных Штатов Америки, Генри Ланди по прозвищу Хан. Ну что ж, дождались мы главного события вечера, и первым в ринг выходит Генри Ланди, гость из Америки. Ну что ж, вы слышите, как приветствует публика домашнего любимца Виктора Постола. Множество поединков он провел именно в этом зале. Поэтому, конечно, этот зал можно назвать домашним для него. Итак, представляю боксеров. Генри Ланди, Соединенные Штаты Америки. Его профессиональный рекорд 24 поединка, 22 победы, 2 проигрыша, 1 поединок свел в ничью. И красный угол Виктор Постол, боец компании Elite Boxing Promotion. 21 бой, 21 победа, 10 побед досрочно. А поединок за звание интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета WBC, формула боя 12 раундов.
Да, не знаю, слышно вам было или нет, поэтому продублирую Алину Шатерникову. У Генри Ланди 22 победы, 11 из которых досрочные, и 2 поражения, одно из которых досрочное. Проиграл он Джону Малини, очень серьезному сопернику. Ну а у Виктора Постола 21 победа, ни одного поражения и 10 побед досрочных. Ну и живенько начинается этот поединок. Оба боксера, напоминаю, входят в десятку рейтинга WBC, где чемпионом сейчас является Дэнни Гарсия. Временным чемпионом также является Лукас Матис, очень сильный аргентинец. Вообще, эта весовая категория всегда славилась такими яркими боксерами. Сейчас не исключение. Новое поколение подрастает. Много новых имен, но уже успевших о себе заявить. Но мы видим, тут практически никакой разведки нет. Сразу пытается действовать агрессивно у нас Генри Ланди. Постол мы видим, насколько выше, практически на голову выше американца. У Ланди рост 168 сантиметров, у Постола 1,80 м, 12 сантиметров разница. Виктор Постол, в общем-то, выступает в своей родной весовой категории. Все поединки он провел в Light Welterweight. Ну а Генри Ланди, в общем-то, больше боксировал в легкой весовой категории. Сейчас он решил подняться. Принял вызов украинца. И что интересно, в эту весовую категорию, в 63,5 килограмма, ему не сразу удалось вложиться. На взвешивании он показал лишних 450 грамм. Ему дали 2 часа, чтобы сбросить лишний вес, и он это сделал. Попарился немножко в нашей баньке. И мы видим, готов противостоять Постолу. Конечно, перелет и сгонка веса не могли на нем не сказаться, но на это рассчитывать не нужно. Последний свой поединок Генри Ланди проиграл в Америке еще одному топ-боксеру Реймундо Бельтрано, мексиканцу, но проиграл в достаточно равном противостоянии. Там было зафиксируется majority decision, решение большинства, то есть у одного судьи была там ничья. Очень показательный поединок Генри Ланди был против бывшего чемпиона мира Дэвида Диаса летом 2011 года. Тогда Диас несколько раз потряс Генри Ланди. И, в общем-то, шло к тому, что Диас вообще мог одержать победу
противостояние. Но вот там, кстати, Ланди продемонстрировал свои нокаутерские качества. Левым прямым через руку вырубил просто Дэвида Диаса. И вот что бросилось в том поединке, это то, что этот парень умеет менять стойки. Может боксировать как левша, так и правша. Тот поединок он провел в качестве левши против Диаса. Хотя вообще официально числится у нас в ортодоксах. Ожидалось. Мы видим достаточно конкурентное противостояние. На каждый удар украинца американец отвечает. И тут уже, в общем-то, картина ясна, что Постолу нужно работать на привычной такой дальней дистанции, пользоваться своим преимуществом в антопометрии. Хотя, как мы знаем, у темнокожих боксеров руки, так называемый рич, размах рук, как правило, длиннее. Вообще у них конечности длиннее, как известно. Поэтому тут и на дальний Постолу будет нелегко. Ланди, мы видим, очень быстрый, техничный, такой искушенный боксер. В арсенале у него практически любой удар есть. И мы видим даже вот это фехтование, тут тяжело выиграть сейчас украинцам. Бросился хорошая двойка сейчас американец, и под конец все-таки с гонгом достал украинца. Еще раз показывая и доказывая всем, что он сюда приехал не просто отбыть номер. Это не тот Сантос, который боксировал с Кучером, который перепутал спарринг с боксерским поединком. Ланди приехал сюда выигрывать. Ну вот, то, о чем мы говорили. Настоящий амбидекстер. Генри Ланди, он сейчас взял и поменял стойку. Посмотрите, он сейчас уже стал левшой. И причем чувствует себя достаточно уютно в этой стойке. Это очень редкое качество. И это еще один сюрприз для Постола. С этим нужно как-то бороться. Ну, я думаю, что, в общем-то, высмотрели эту особенность американца при подготовке. Поэтому Постол должен быть готов. Опыт встреч с левшами у Постола имеется. И положительный опыт. И как с левшами боксировать он тоже знает. Но все равно, согласитесь, когда соперник постоянно меняет стойки, это выводит из равновесия. Ты задумал что-то одно, а это уже не пройдет, нужно делать что-то другое.
американская манера ведения боя у Ланди, это неудивительно. К ней тоже нужно быть готовым. Парень много работает корпусом, качает маятник. Такой гуттаперчевый, эластичный. Застать его врасплох очень тяжело. Конечно, тут по столу нужны комбинации. Они у него имеются. Вот вопрос, сможет ли он их проводить. Вот чем опасен Аланди. Мы видим, пошел вперед. Нету, к сожалению, данных о размахе рук соперников, но уже видно, что этот на голову ниже темнокожий парень обладает длиннющими руками. Мы видим, по прямой отходил украинец, и не удалось догнать его американцу. Отдал центр ринга намеренно. Американец, мы видим, он себя уютно чувствует на отходах, работая вторым номером. Ну вот, то, о чем мы говорили. Длинные руки, левобоковой проходит от американца. Не сильно плотно приложился, но попал. Хорошо, жесткий удар по печени, повтор от украинца, хоть и покачивает головой там Оланди, мол, все нормально, вообще меня эти удары не беспокоят, но нужно продолжать. Если тяжело попасть в голову, то, конечно, корпус нужно обрабатывать. Как подсказывают украинцу не упираться на ногах, что можно интерпретировать как работать полегче на ногах, быть более подвижным, маневренным. Все это нужно, потому что мы видим, насколько маневрен американец. Тут неумышленно толкнул соперника Апостол. Перед этим поединком 2 месяца провел в Мексике
Виктор Постол, провел множество спаррингов, познакомился с мексиканской школой бокса. Ну что ж, хороший раунд. Услышите аплодисменты. Я думаю, мы можем надеяться, что судьи тут видят преимущество украинца. Но все равно, согласитесь, поединок конкурентный. Еще раз мы видим на экранах послужные списки боксеров. Последний поединок Виктор Постол провел в Америке. Это был, кстати, первый поединок его в Штатах. И закончился он очень быстро уже в первом раунде. Постол нокаутировал соперника. Но при этом, что интересно, успел... Итак, после прошедших четырех раундов по протоколу... Послушаем сейчас, какой счет после четырех раундов. 39-37, красный угол. 40-36, красный угол. 39-37, красный угол. Ну что ж, у двух судей 39-7 по итогам четырех раундов. Что говорит о том, что один раунд уже все-таки отдали американцу. Один судья посчитал, что все четыре раунда выиграл украинец. Так вот, Виктор Постол в последнем поединке против Генри Аурада. Несмотря на то, что в первом раунде нокаутировал оппонента, успел еще и рефери с него снять 2 очка за то, что якобы Постол ударил соперника после того, как тот уже был на канвасе. Такой спорный момент. На том видео, которое было в интернете, этого вообще не было видно. Но в любом случае очень быстро разобрался там Постол. Ну а до этого, конечно, Постол прошел очень хорошего американца, ветерана, одного из сильнейших, Демаркуса Корли. Оппонент достойный, прошел полную дистанцию. Именно после того поединка, конечно, Постол конкретно поднялся в рейтингах. Сейчас Постол у нас в независимом рейтинге бокс-река занимает 8-ю позицию. А всего в этой весовой категории зарегистрировано 1600 боксеров. Ланди у нас 13-й в независимом рейтинге. Ну, еще раз, мы понимаем, что сейчас в ринге топ-боксеры. Не только по версиям ведущих мировых организаций, но и вот в таких независимых рейтингах. Снова у нас вернулся в стойку правши Генри Ланди. А вот он уже и левша. Заканчивается. Пятый раунд. Хорошо удалось обработать корпус в этом раунде украинцу. Александр Полищук, тренер Виктора Постола, подсказывает, что нужно делать. Кстати, напоминаю, что именно этот тренер готовил и много времени, в общем-то, уделил Сергею Дзензырку, который тут у нас сегодня в рингсайде, присутствует на боях, бывший наш чемпион мира.
И согласитесь, почерк Александра Полищука читается. Чем-то похож постол на Цензурука по манере ведения боя. Единственное, что их отличает, это то, что у них разные стойки. Цензурук у нас левша. Хороший удар по корпусу, по селезенке от постола. Тут же ушел на безопасную дистанцию. Пританцовывает американец. Хорошее настроение. Неужели он думает, что он выигрывает? Ему-то должны уже были перевести, что пока что судьи так не думают. Ланди достаточно известен в Америке, много боев провел на американском канале ESPN в программе ESPN Friday Night, пятничные боксерские бои, так называемые. Но сегодня, я думаю, у нас вечер можно назвать Мегого Thursday Night, у нас четверг. Прямая трансляция на Мегого. Интернет потихоньку замещает нам телевидение. Вошел клинч постол, оправданно, не нужно. Тут этот махач опасен на ближней. Ну, нельзя не согласиться с кем-то там из рингсайда, кто советует постолу минимум 3 удара выбрасывать. Действительно, тут с этим американцам нужны комбинации. 1-2 удара мало. Он все видит. Тут нужно развивать свою атаку. Это сделать тяжело, понятное дело. Ну, джеб. Джеб хороший у Ланди. Завелся постол, пошел отыгрываться. Хорошо, корпус, оу, левый боковой от постола, и тут можно добивать. Отличный момент был для украинца. Один из самых запоминающихся в этом поединке. Зажал в углу соперника постол, прорубил как следует по корпусу, но улыбкой встречает все эти атаки американец. А, еще с правой не долетел, к сожалению. Но преимущество сейчас все больше и больше у украинца, согласитесь. Почему-то остановился в атаках. А Генри, кроме вот этого хорошего резкого джеба, который периодически проходит от него, он
ничего пока не демонстрирует. Хотя его упрекнуть в том, что он приехал без желания побеждать, пока что нельзя. Снова-таки свежи в памяти его поединки в Америке. Одно время он вообще был таким горячим проспектом, которого считали будущим чемпионом мира. Но после поражения от Реймундо Бельтрана, видимо, нет, у него не было каких-то интересных предложений, поэтому он принял вызов от украинца и даже решил побоксировать не в своей весовой категории. Хорошая атака от украинца. Видимо, усталость все-таки сказывается в действиях американца. В защите он уже не такой внимательный. Все-таки держать руки на месте Виктора Постола, слышим подсказки тренеров, и вот сейчас рука как раз была на месте, потому что прошел удар в блок от Ланди. Да, многие сходились во мнении, что будет неудобно Постолу боксировать с этим американцем, учитывая его манеру, но как раз сейчас можно сказать, что американцу неудобно боксировать против Постола. Очень много ударов, что называется, в воздух от Ланди. Что на кону стоит пояс WBC International. Раньше этот пояс принадлежал Правиту Сингванча тайцу, который решил перейти в весовую категорию повыше. Ну а из известных боксеров, которые владели этим поясом, ну, конечно, это, наверное, Рикки Хэттон и Мигель Котто. Также не забудем и о Поле Малиньяджи. И сегодня этот пояс, мы надеемся, украсит талию Виктора Постола. Пока что говорить об этом рано. Поединок продолжается. И мы видим, что нашел свою дистанцию Постол. Быстрые комбинации. Сразу уход на безопасное расстояние. И сейчас себя уже уверенно чувствует украинец. Печень от Постола, левого бокового от американца, но там была на месте рука. Виктор выпадает капа украинца. Пауза, есть время продышаться. И сразу пошел в атаку американец. Клинчует украинец
и это правильно. Ничего тут такого нету. Опасен он на ближней, и тут, конечно, Виктору можно повязать. Вот хороший апперкот. Четкий, быстрый. Еще бы такой. Джеб, джеб. Про это нельзя забывать. Передняя рука очень быстрая, хлесткая у американца. Пошел вперед. Ланди. Причем очень настырно прет. И вот такие вот быстрые, точные удары, конечно, сейчас то, что нужно, чтобы остановить этот прессинг. Вот чем опасен Аланди. Он, по всей видимости, все-таки рассчитывал на вторую половину поединка. Если раньше у нас центр ринга занимал постол, то сейчас мы видим такие качели. Тяжело, тяжело попасть, конечно, по этому верткому американцу. Вот хорошая двойка, хорошая комбинация. И ноги. Ноги сейчас нужны по столу. Отличный раунд. Да, ну пока что у нас пауза. Еще раз помним о том, какая звездная весовая категория. Этот супер лайтвейт или junior welterweight 140 фунтов или 63,5 килограмма. Весовая категория кости дзю. Можно ее так назвать. Но у нас сейчас счет после 8 раундов. 78-74, 78-75 и 79-73. То есть все-таки судьи отдают некоторые раунды у нас американцу, но в целом по очкам выигрывает Postal. И понятное дело, что сейчас шанс выиграть этот бой у Ланди, наверное, только досрочно остается. Но посмотрите, как активизировался Ланди по прозвищу Ханк. Если переводить это прозвище, то, в общем-то, получается моток. Непонятно, моток чего. Но пока что Постел этот моток разматывает. У Ланди хорошая аматорская карьера, 65 побед, 5 поражений. Был он и чемпионом Golden Gloves, золотые перчатки штата Пенсильвания, был серебряным медалистом национального чемпионата золотые перчатки. Ну а вообще раньше этот американец занимался футболом. Но после того, как подрался с каким-то хулиганом и совершенно случайно, неосознанно, как он говорил, нокаутировал его с апперкота, ему, в общем-то, посоветовали идти в боксерский зал. Что он и сделал, я думаю, не жалеет. Сейчас он, напоминаю, топ-боксер этой весовой категории. Так и наш Интерпостал. Ну, понятное дело, кто сегодня одержит победу, укрепить свои позиции в рейтинге. В то же время, кто проиграет, я думаю, вылетит из десятки. Хорошо.
прилетел в Украину в воскресенье, то есть буквально за 4 дня. Ланди, это не совсем правильно, мог он не успеть просто-напросто адаптироваться к смене часовых поясов. Оу, хороший удар от Костела. Сильно заигрался американец и поймал его левым боковым дважды. Украинец. Тем временем у нас чемпионские раунды начинаются. В хорошей кондиции подошли оба боксера к этому поединку. Так вот, если возвращаться все-таки о том, что Ланди приехал поздновато в Украину, нужно было раньше, дабы успеть адаптироваться, акклиматизироваться и так далее. Но это было связано с тем, что Аланди был занят в Америке. Оу, левый прямой, неожиданно от него проходит. Костел его прочувствовал. Так вот, Ланди был занят в Америке тем, что комментировал бокс на телеканале ESPN в Америке. Он не только боксер, но еще и комментатор. И, в общем-то, отчасти занимается организацией боксерских вечеров. Хорошо сейчас Костел показал, что будет бить голову, пробил в корпус. Опасно сейчас Постел отходит по прямой назад, откидывая голову. Хорошо, что пролетает все мимо, но что будет, если достанет на скачке? Снова, кстати, вспоминаем о том, что американец у нас амбидекстер. Который раз он уже меняет стойку. Сейчас он снова левша. Даже в разных на разных сайтах разная информация о нем. Где-то пишут, что он правша, где-то, что он левша. Все уже запутались. А на самом деле он просто амбидекстер. Таких людей очень мало, а тем более боксеров, которые хорошо себя чувствует как левша, так и правша. Хорошая комбинация. Селезенка, голова. Да-да-да, тут клинчи уместны достаточно. В этом поединке хороший 10-й раунд. Ну и теперь с уверенностью можно говорить о том, что выиграть этот бой американец может только досрочно.
Ну что ж, два последних раунда у нас осталось. Посмотрим, что поменяется в этом противостоянии. Постол уже знает, что делать и как противостоять американцу. Но однозначно стоять перед ним не нужно. Быстрые руки, многоударные комбинации в его исполнении всегда опасны. Сейчас они у него редко проходят, только лишь тогда, когда постол останавливается. В 2006 году начал свою профессиональную карьеру американец. За это время, напоминаю, провел 25 поединков. Ну а Виктор Постол начал карьеру в конце 2007. И у него за плечами 21 победа без поражения идет. Украинец, и очень близок он уже к поединку за звание чемпиона мира. Напоминаю, он третий по WBC. Завоевав этот пояс, я думаю, он еще подымется в рейтинге. Но та версия, по которой он идет стремительно, очень-очень непростая. Там чемпионов у нас Дэнни Гарсия. Очень сильный паренек, который недавно нокаутировал Эрика Моралеса, нокаутировал Амира Хана. Временным чемпионом там является Лукас Матис, австралиец, аргентинец, простите. Вот сейчас, кстати, пропускает Постол справа. Но это не останавливает американца, который идет вперед и пытается навязать размен. Он не нужен Постолу, он правильно делает, что клинчует. Заволновались девушки в рингсайде, просят быть его аккуратным. Вот Дэнни Гарсия, на которого может выйти Постол. И тоже есть уже разговоры о том, что это может произойти уже в этом году. Он еще является чемпионом мира по версии WBA. Сразу два пояса у него во владении. По IBF у нас Ламон Петерсон, американец в чемпионах. Оу, очень жесткие удары сейчас выбрасывает. Как танк прет просто. Генри Ланди. Нужно быть очень внимательным, действительно. Вы видите, что творит американец. Хорошо, что он начал это только в конце поединка. Но все это показывает, что он все еще опасен. Сил у него осталось достаточно, и план на бой у него был. Доставить энергоресурсы на концовку поединка. И я думаю, что 12-й раунд нас ожидает жаркий. Особенно жаркий для Постола. Так вот, Петерсон у нас по IBF чемпион. Будет боксировать скоро, кстати, с Запом Джудой по WBO. Его величество Хуан Мануэль Маркес. Тот самый Маркес, который вырубил наглухо Мэнни Пакьяо. И сейчас пока что неизвестно, с кем он будет боксировать. Ну и Тимоти Брэдли. Итак, финальный раунд. Тот самый Брэдли, который недавно боксировал с Русланом Проводниковым. Заработал там сотрясение мозга. Но у нас финальный раунд. Вы слышите поддержку зрителей, которые проснулись. Сейчас эта поддержка очень нужна Постолу. Очень активизировался у нас американец. Нужно быть внимательным. Победа по очкам уже в кармане у Постола. Тут ее нужно просто не упустить. Очень активно идет вперед американец. Жмет, поддавливает, прессингует. И вот эта вот манера отходить по прямой, оттягиваться, конечно, сейчас Постолу больше приносит
урон, нежели дивиденды. Вот сейчас хороший удар навстречу, правый прошел. Тяжело сейчас американцам дотянуться до нашего Виктора. Все-таки на ногах сейчас хорош украинец. Главное, чтобы так все оставалось до финального гонга. Дал зажать себя в углу Виктор. Вышел все-таки из неудобного положения. Последняя минута этого поединка. Не так много осталось. Хорошая комбинация. Множество ударов поймал на себя. Ланди еще. Ну и вот, наконец-то зрители просыпаются и поддерживают Костелло. Последние секунды. Активизировался Ланди. Идет вперед. Размашистые удары. Хорошо. Превосходно сейчас на контратаке. Ловит навстречу соперника украинец. Последние секунды поединка. Шквал просто атак сейчас от американца. И гонг все-таки заканчивает этот бой. Генри Ланди вскакивает на канаты, победно поднимая руки. Не знаю, на что он рассчитывает. Может, он просто доволен, что, в общем-то, продержался все 12 раундов. Но на победу ему рассчитывать, я думаю, не стоит. Да, он молодец. Дал действительно бой. Хороший парняга, хороший боксер. Но Постол был сильнее, согласитесь. Об этом говорили судейские записки после 4-8 раундов. Но я думаю, что все-таки нам стоит дождаться официального оглашения результата и узнать, какой там счет. А тем временем я напоминаю, что это был... вечер бокса от компании Elite Boxing Promotions. Киевская компания, которая всегда открыта для новых боксеров, для новых проспектов. Они всегда ищут интересных боксеров. Постоянно проходят просмотры. Так что, если кто хочет стать профессиональным боксером, милости просим. Пока мы ждем официального оглашения результата, напомню, что у нас по украинцам в этой весовой категории. Апостол у нас занимает самые высокие позиции. Напоминаем, третий по WBC. Владимир Кравец, украинец, у нас 15-й по WBA. Сергей Феченко у нас 5-й по WBO. Ну, Андрея Котельника уже нету в пятнашке по всем версиям. Пока что непонятно, будет ли он продолжать свою карьеру. Но у нас уже все готово для оглашения результата. Итак, судья Даниэль Ван де Виль. 116-112. Судья Ян Джон Лувис.
116-113. Судья Эса Летосари, Финляндия, 116-112. И единогласным решением судей в этом поединке завоевывает титул интернационального чемпиона украинец Виктор Постол. Да, ну я думаю, вы слышите по реакции. И тут все понятно. 116-112, 116-113. Такие судейские записки у судей. Таким образом, новым владельцем пояса WBC Interconti становится Виктор Постол. И он укрепляет свои позиции в рейтингах и, я думаю, даже поднимается. Скоро мы об этом узнаем. Дождемся обновления рейтингов всех организаций. И еще раз напоминаю, что есть шанс уже в этом году Виктору Постолу побоксировать за звание чемпиона мира. Дэнни Гарсия или Лукас Матис, кто это будет, мы не знаем. Главное, чтобы этот шанс появился. Будем ждать этот поединок и будем надеяться, что Украина пополнит свой актив чемпионов в профессиональном боксе.